Девочки, здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео у нас будет обзорчик моих втирочек, моих посыпушечек всяких разных для маникюра. Это кто занимается маникюром, да. Тому будет это очень интересно. Я покажу свою коллекцию тоже втирочек, что я имею. Вот. Ну и покажу, как там, как я их использовала. Допустим, да, в каких, как они смотрятся, вот, допустим, например, да, вот эта вот втирочка такая, сахарок называется, то, что получилось, вот такая красота. Вот эти вот втирочки, это еще не все, вот они, смотрите, какие красивые. Вот, и вот еще. Ой, ну красивые, да? Вот. Вот эти вот втирочки. Это я делала на сухой топ или базу, я уже не помню. По-моему, базу, да, на сухую базу, извиняюсь, конечно. И потом сахарочком так посыпала, да, высушивала, сахарочком посыпала, и вот такой эффект получался. Ну, красивый. Смотрите, какой. Да, базу высушивала, ну, просушивала в лампе, а потом вот так вот у меня получалось. Сейчас посмотрим, какие я продукты взяла. Какой-то у меня сахарок. Тут зелененький идет. Да, вот этот вот, наверное, вот. Born Pretty, да. Born Pretty. Вот этот вот у меня зелененький. Такой коробочки. Это я еще в прошлом году все выписывала. Ой, хорошо, что я не перевернула. Вот такой вот зелененький. Он более яркий смотрится на самом деле. Вот так получается. И с таким синим отливом. Очень красиво. Вот. Такой вот получается. Вот такая красота. Опять же, ссылочки, если ссылка не сгорела, напишите, если вам надо, я оставлю. Так, потом какой еще такой? Ну, я сейчас все покажу. Я не знаю, все у меня вот эти вот штучки здесь нет. Ну, так, немножко. А, это у меня блесточки идут, извиняюсь. Это дальше потом. Это будет немножечко. Да, вот это блесточки, я их убираю пока. Так, тут зелененький показала. Так, дальше какой у меня идет? Какая красота. Такой бордовенький. Вот бордовенький, я у меня тут его нету, да. Так, а я его, по-моему, делала на сырой. Сейчас покажу. Вот этот вот, по-моему, да. Вот это на сырой эффект. Я сначала, как сказать, базу наносила. Видите? Но более так вот по-другому. Да. И я ее не просушивала. И макала. А потом сушила и покрывала топом. И вот такой эффект у меня получился. Видите, можно два эффекта делать. Такой и такой. Вот так получается. Я думаю, это красиво. Вот, по-моему, вот такой еще. Нет, это темнее уже. Это что-то другое у меня. Видите, я уже забыла, я это делала в прошлом году, год назад. Вот видите, сразу все не упомнишь, не вспомнишь. Тоже очень красивый цвет. Это, по-моему, у меня лот шел. Точно не помню. По-моему, лот. Храню я вот в такой коробочке все. Так вот все складываю. Так у меня все лежит. Вот, эта коробочка из Окея. Так, дальше синенький. Вот этот вот. Так, сейчас я возьму. Вот этот вот цвет будет у нас. Видите, приклеилась. А, это, знаете, девочки, я извиняюсь. Это вообще из другой серии даже.
Этот сахарок у меня даже еще не открытый. Я положила, а обзор я не делала. Так, извиняюсь, это немножечко другой. Тут разные серии у меня. Видите? А, вот этот вот. Поэтому я взяла по своему незнанию. Да, вот этот синенький. Вот видите? Получается вот такой, если делаешь на... Интересно, правда? На самом деле он сильнее такой, а получается такой бледненький. Вот. Красота, да? Очень красивый. Вообще Born Pretty мне очень нравится тоже. У них очень хорошие продукты, разные. Так, сразу буду в коробочку складывать, чтобы я ничего не попутала. Так, где еще у меня? Ну, вот это тоже какой-то коричневый. Я, честно говоря, не знаю. Так, где это у меня? Что? Что я... Вот это, да, вот здесь у меня нету такой штучки. Я, наверное, не делала. Надо, придется сделать обзорчик такой. Видите, какой тоже красивый. Кстати, вот эти продукты, они у меня новые. Я еще их не использовала. Забыла просто. Положила и забыла. Такая вот красота. Сияет, переливается. Но это как втирочка уже. Это не сахарок. Это как втирочка. Ведь они все разные. Поэтому немножко я тут запуталась, да? Ну, я извиняюсь, конечно. Вот этот вот такой вот. Видите, какой красивый. Такой терракотового цвета. Да, нету у меня. Я не делала обзор на эти продукты. Это вот другие немножко. Очень красиво. Так. Вот маникюр себе уже надо делать. Говорит, сапожник без сапог. Вот я... У меня руки не доходят просто. У нас много, столько сейчас проблем, да, девочки, очень много проблем. И у меня руки не доходят, да, себе, чтобы что-то сделать. Вот это вот у меня есть, сейчас покажу, сиреневый. Ну да, я немножко на мокрый делала, не на сухой. Видите, можно по-разному делать. Вот такой темно-сиреневый, это вот у меня вот так получился. Сырой эффект. На мокрую базу я вот так, наверное, вот так делала, да, я так думаю. А потом просушивала, сушила в лампе, да, и покрывала топом. Вот так получилось. Такой цвет. Так. Дальше, ну, дальше этот синий я не буду показывать. Это вот у меня сахарочки идут. Вот это вот, скорее всего, вот это вот. Такие сахарочки, это так вот, вот к этому относится. Так, а здесь у меня тоже Born Pretty. Сейчас покажу. Так, ладно. Такой цвет очень красивый. Я себе такие ногти делала как-то. Мне очень понравилось. Ой, так смотрится шикарно, просто шикарно. Вот этот вот, это не сахарок, это такие блесточки. Они такие голографические. Это как-то называется, как же, ну, я забыла, простите меня, пожалуйста, я забыла, как называется. И вот это вот такая вот красота. Я думаю, что очень красиво переливается, голографически так это. Видно вам, да? Такая вот красота. Это тоже, по-моему, лот был. Но если что, я могу ссылочку поискать, если кому-то это будет интересно. Так, я тоже отнесу это в отдельную коробочку, чтобы мне потом не спутать. Тоже Born Pretty. Ой, какие красивые блесточки, я уже вижу. Видите, они разные по цвету. Так, вот как мне показать, блин, что блеск, вот этот вот, сияние. Красивое очень сияние. Вот. Такая красота. Так. Дальше у меня вот такое вот.
Они разных, все цветов разные. Тоже тут синим отдает. Видите, какая красота. Зелено-синий какой-то такой эффект. Как бы показать бы вам. На этой вот штучке очень хорошо видно эти все эффекты. Видите, как красиво. На самом деле он такой вот и есть. Вот у меня, по-моему, здесь черные эти и лежат. Но тут можно тоже и на мокрый эффект делать, и на сухой эффект. Будет по-разному смотреться, абсолютно по-разному. Наверное, вот типа такого, да? Я думаю, наверное, это оно и есть. Видите, они разных цветов. Честно говорю, я сделаю обзор вот на эти, как сказать, нормальный такой, с выкраской, чтобы посмотреть. Потому что действительно, я не помню. Очень красиво. Наверное, оно и есть. Они разными цветами. Вот такое вот. Такая голографика. Может, что-то другое. Но я извиняюсь, конечно. Но хотела сегодня обзорчик сделать, показать вам, да. А может быть, это другие. Я не буду утверждать. Точно я не знаю. Они вроде похожи друг на друга, но когда их делаешь, да, выкрашиваешь там, они абсолютно разный цвет. Абсолютно. Переливаются по-разному. Такая вот красота. Так. Вот еще один из этой же серии. Их 5 штук я выписала. Там, по-моему, еще больше есть. Вот этот более беленький такой. Очень красиво. Такой с золотым отливом. Очень красивый. С Алиэкспресс. Все с Алиэкспресс. Так, ну это у меня синий. Не знаю, как он сюда попал. Тут я показывала, не показывала. Тоже не помню уже. Вот, тут разными тоже, вот видите, разными. Смешанный синий, желтенький. Красота. Так. Все, эти я вам показала. Это блестки. Ну, блестки тоже сейчас покажу сразу же. Вот эта вот штучка, да, я пробовала делать. Ну, я, конечно, вот только вот эти кругляшки сделала, попробовала выложить. И покрыла топом сверху. Видите, как смотрится. Сейчас покажу их. Вот они. Тоже очень красивые, голографические все. Они такие маленькие, большие, маленькие. Какая красота. Гугали. Так. И вот такие, подождите, ромбики у меня еще есть. Я их еще не пробовала, так как выписала, лежат они у меня, вот такие ромбики. Тоже очень красивые. Тоже голографика. Обалденная, красиво. Можно как бриллиантики такие. Да, как бриллиантики. Не знаю, есть сейчас, нет они на Алиэкспресс. Не буду говорить. Так, теперь я хотела вот эти показать. Тоже вот это Born Pretty у меня. И я где-то делала красоту такую вот, по-моему. Вот из этих вот. И вот это тоже. Видите?
вот эти вот, вот эти вот, да, вот это тоже. Вот видите, это разный эффект. Это смотря, как сказать, на какой ты сделал. Вот это, по-моему, мокрое, вот это сухое. На сухую базу вот это, а это, по-моему, на мокрую базу. И вот такой эффект разный получается. Представляете? Это вот эти вот. Вот эти два. Это вот с сиреневым, а вот это с зеленым. А вот это, по-моему, вот этот вот. Разные тоже эффекты. Сырой и сухой. И разное получается. Вот, видите, какое? Такие хлопья голографические. Красивые. Вот. Сейчас даже посмотрю точно, как я делала, чтобы не высыпались. Так, Бурн Прити. Это вот этот, я не знаю, это, по-моему, не Бурн Прити, но тоже с китайского сайта, тоже с Алиэкспресс, только там не написано. Так, вот это вот, подождите-ка. Вот это вот, вот это сухой эффект, вот это первый, вот это мокрый эффект. Вот это сухой эффект, вот это мокрый эффект. Ну, через одну. Так вот, да, вот эти вот. Сухой вот так, на мокрый вот так. На сухой вот так, на мокрый вот так. На сухой вот так, на мокрый вот так. Вот эти вот. Сейчас посмотрим на их. У меня уже скатерка блестит. Вот это. Я боюсь их открывать. Они сейчас все у меня посыпятся. Я открывать не буду. Но хотелось бы вам открыть, показать вот эту красоту. Ну, посыпятся, конечно. Ну, полная банка. Смотрите, какая красота. Все переливаются, такие голографические. Просто прелесть. У них больше зеленый. Зеленый, да, это вот этот вот. Подождите. Вот этот вот. Вот эти вот. Да, зеленым. Красиво, очень красиво. Полная банка. Все руки уже блестят. Так, а вот этот с сиреневым эффектом, это вот этот. Вот этот. Знаете еще что? Если на белую подложку сделать, это будет совсем по-другому смотреться. Потому что я здесь, я вот точно не знаю, или покрывала я каким-то лаком. Точно не помню. Может, и покрывала. Не знаю, не помню. Вот такой эффект красивый дает, смотрите, прям. Шикарно просто. Такие вот. Красота. Здесь у меня расписано гели какие. Ну, чтобы я не забыла, да. Это хлопья Юки, да. Да, хлопья Юки. Ну, не распишешь, потом просто забудешь и все. Это у меня гель-паста. Совсем другое. Это я вот это вот. Это Видизамт фирма. То, что я делала. Немножко другое. Так вот, девочки и мальчики. Так, вот это хлопья Юки, да. Это у меня другой немножко идет. Ну, правильно, да, надо расписывать, иначе потом все забудешь, что откуда и куда. И вот такие еще у меня, вот такая красота тоже есть. Так, вот это я показала, это показала. Так, это, да, это показала. Вот эта красота еще. Сейчас покажу.
Тоже очень блескучие и красивые. Наверное, скорее всего, вот эти вот, да, то, что я тут делала, это вот эти. Потому что не помню, не помню. Год назад делала все. Не могу вспомнить, честно. Вот. Так как... Ну, такая вот. Тоже я, наверное, делала на мокрый, да, или на сухой. Вот это я точно не помню, девчонки. Потом вот так макала, наверное, или посыпала, и вот такая вот красота получалась. Это вот это как раз и есть точно. Видите? Такая красота. Надо еще раз попробовать сделать. Просто себе же не каждый раз делаешь, а вот на эти тоже штучки жалко тратить, продукты. Они тоже, как бы сказать, ну, пригодятся мне еще. А вот это вот. Да, на разные эффекты я делала, на сырой, на сухой, поэтому их много у меня получилось. Да, вот это вот эти. Вот, они похожи. Да, точно. Этот цвет красивый, голографика очень красивая. Но это не в тирке, это просто так посыпать. Вот это вот песочек красивый очень, это вот этот скорее всего. Да, вот этих три у меня, вот это беленький, вот это вот такой вот он, да. Тоже. Там немножечко вкрапления такие есть разные. Тоже красивый. Шикарный просто. Ну, для Нового года куда-нибудь так вот. Да. На каждый день это, конечно, не пойдет. Один пальчик можно сделать, допустим, как вот так вот у меня. Вот. Красиво. Так, это я вам показала. Это у меня с другой серии. Вот эта синенькая попалась, такая матовая. Это я потом в следующий раз вам буду показывать. Ну и вот эти вот сейчас втирочки я вам покажу, потому что у меня вот почему-то вот, а это на черном и так получилось, я думаю, почему оно такое темное, вот эти другие, а это, наверное, совсем другое, вот эти желтенькие, да, а это вот отсюда, да, угу. Все понятно, вот они, видите, какие-то, как песочек такой, кстати, красивый, видите, песочек. Извиняюсь, конечно, вот как аллергия какая-то, не с того ни с сего начинается кашель, когда я вот начинаю вот этим заниматься. Я заметила, вот этот потемнее, да, такой вот. Ну, вот вот этот вот, да, вот сейчас вам покажу, извините, конечно, это вот этот, наверное, или нет, вот это, наверное, вот это, наверное, или вот этот. Ну, что-то такое, да. Ну, такой вот песочек. Он, кстати, очень красиво смотрится. Прям блеск, блеск у него. Не знаю, не передается, не передается. Но я потом еще покажу. Красивый песочек. Я тоже обзор как-то смотрела. Мне он очень понравился. Я сразу выписала себе вот желтенький. Это вот этот вот. Ну, не буду показывать. Ну, вообще, давайте открою, посмотрите. Вам же интересно. Он вообще на самом деле такой более желточный, а на камере он какой-то лимонный. Более такой желточный. Ну, это вот они светленькие такие. Ну, переливаются. Они не просто матовые, они с переливами. С красивыми переливами. Это как, по-моему, лот тоже был. Тут посветлее. Так, вот такой вот. Вот это, по-моему, вот этот вот. Я не ошибаюсь. Или нет. Тоже красивый. Такой нежненький. Надо, короче, обзорчик такой сделать. С выкраской. Так, теперь я поближе вам покажу вот эти вот штучки с
скорее всего, да, это оно и есть, чтобы вы посмотрели, как оно красиво. А не оно, а они красиво смотрятся, извиняюсь. Видите, переливы есть, очень красиво даже. Не переливаются. Такой сахарок. Это сахарок, да. Он и так и назывался, по-моему, сахарок. И вот это тоже. Из этой же серии, только я не знаю, где у меня эти цвета. Или я вам показывала уже, не помню. Смотрите, какая красота. Прелесть. Это у меня еще не все, у меня еще есть. Но это уже будет в другом видео. Вот, и вот эти тоже. Да, красивые тоже. Красотень. Видите, как. Мне тоже нравятся вот эти хлопья всякие, втирочки, сахарочки. Красиво смотрится, ничего не скажешь. А вот это вот сейчас покажу, вот это хлопья Юки, которую я до этого в баночках больших показывала. Смотрите, как красиво тоже смотрится. Видите, какие у них красивые. Это вот эти большие банки. Вот. Вот видите, какие у них разные переливы красивые. Так они могут... на разный эффект, мокрый, сухой. Это вот так получается. Угу. Очень красиво. И вот это мокрый эффект тоже. Два. Так вот. Ну все на этом, девочки. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за внимание. И всем пока-пока. Продолжение следует.